Николай Некрасов. Кто-кто? Николай Некрасов. Николай Некрасов. Что вас не слышно? Подойдите поближе. Вы все-таки боитесь этого? Вот это стихотворение. Валерия Ракшевская, Николай Некрасов. Я сегодня так грустно настроен. Я сегодня так грустно настроен. Так устал от мучительных дум. Так глубоко, глубоко спокоен. Мой истерзанный пыткою ум, что недуг мое сердце гнетущий, как-то горько меня веселит, встречу смерти грозящей идущей, сам пошел бы, но сон освежит. Завтра встану и выбегу жадно, встречу первому солнца лучу, вся душа встрепетнется отрадно, и мучительно жить захочу. А недуг сокрушающей силы будет так же и завтра томить, и о близости темной могилы так же внятно душе говорить.